Откуда на Мальдивах берутся отмели или песчаные банки, которые иногда называют французским словом бар? Морской стыковочный бар располагается в месте встречи морских течений внутри атолла. Иногда на одном атолле таких песчаных банок может быть и несколько, иногда вообще ни одной. Иногда они могут появиться и снова исчезнуть в период смены муссонов, когда эти течения меняются. Любопытно, что вода песчаных отмелей слева и справа может отличаться своей температурой на 1-2 градуса. В основе мальдивской песчаной отмели находится коралловый риф. Со временем песчаные банки могут покрыться растительностью, могут превратиться в полноценный остров со своей флорой. Песок песчаных отмелей серьезно мигрирует вместе с направлением муссонов и вызванных ими течений. Мелкий песок – продукт миллионов лет жизнедеятельности морских рыб-попугаев, которые едят и грызут твердые кораллы. Одна рыба-попугай за год производит до 100 кг песка. Именно этим песком заполнено лоно 18 мальдивских атоллов – большие природные огромные тарелки с песком. Здесь на песчаных банках делаются самые красивые фотографии на Мальдивах, где особенно контрастны голубое небо, белоснежный коралловый песок и лазурные воды песчаных лагун. С вами был я, Олег, и Светлана Карцева из Белоруссии. Мальдивские острова. Подписывайтесь на наш канал и обязательно лайкайте.